Привет. Почему наш канал благотворительный? Привет, друзья. Потому что мы раздаем помощь-то бесплатно. И шедевры раздаем бесплатно. Я уже говорил, посмотрите, кто не видел, как Неля Шарипова, наш литагент, который публикует наши книги, у себя на стене в квартире с фотографией картины, которую я и нарисовал, распечатала на холсте там в какой-то мастерской. Вы все можете так сделать. Это же необыкновенные картины. Смотрите, смотрите, что это такое. Так вот, друзья, звонит мне человек и говорит, я заснуть не могу, я заснуть не могу, я заснуть не могу уже много лет. Я говорю, ну как же ты заснуть не можешь? Ну вот я ворочаюсь, ворочаюсь, никак заснуть не могу. Я говорю, слушай, я раскрою тебе секрет. У меня инвалидность такая тяжелая, у меня там титан стоит. У меня 7,5 часов операции на шее после падения на гололеде. Я ложусь спать 40 минут от болей. Ищу положение. Так голову, так подушка, так руку. Что я делаю? Две вещи. Две вещи. Во-первых, я включаю телевизор там, или, допустим, вот этот вот планшет, и слушаю то, что мне приятно слушать. Кино хорошее смотрю, потому что внимание должно быть отвлечено. И тогда организм, тогда клетки мозга, истощенные, потребность выспаться, берут свое. И ты отвлекся вниманием и заснул. И не заметил, как заснул. А так ты лежишь и все время мучаешься, что ты не спишь и не высыпаешься. Такие уникальные вещи я вам рассказываю. Откуда я их беру? Я же их откуда-то не переписываю, я их сам создаю, потому что я такой образовался человек, который пережил на своем веку все, что можно было только пережить. Да, только в тюрьме не сидел. Хотя в отрезвителе был 3 раза по ошибке. Да. Все познал. Все познал. И поэтому я и юморист, и поэтому у меня и сила духа, и поэтому я пишу произведения. Вместе с вами, друзья, я вам благодарен за то, что вы подсказываете, что написать. Сейчас Кузьмина из Белоруссии, Наташа наша, подсказала сделать между ними березку. И вот мы с ней искали цвет. Я нашел вот именно зеленый цвет, между ними положил. Ну, хорошая картина, правда? А вот как сделать так, чтобы вот вы спали хорошо? Как сделать так, чтобы вы могли от страхов избавляться? В условиях неопределенности, когда ждете какой-то неприятности. Ну, вы же смотрите наши ликбезы бесплатные. Они по 2-3 часа. Ну, смотрите там плейлисты на моем канале YouTube. Ну, что же вы не смотрите? Потом смотрите еще, что когда вам плохо, не забывайте узелки на память, называется. Размять все, вот так размять и ногтями придавить, чтобы 10 ударов было по мозгу, как на шатырный спирт, чтобы спазм снять и кровоток улучшить. Да много я там вам еще показываю. Берите, пользуйтесь и не забывайте 10-12 дней новичок, новенький. Записывать погоду, атмосферное давление, геомагнитная обстановка, температура, дождь, ветер, осадки. И вы через 10-12 дней будете ориентироваться, почему вас сегодня прижало. Потому что вы глянь в окно, посмотрите, оказывается, перед дождичком. И будете знать, что надо ушки размять. Я же все даю, бесплатно, берите, пользуйтесь. Поэтому наш канал благотворительный. Да. Так, друзья, раздаем шедевры бесплатно, раздаем помощь. Уникальный контент, между прочим, авторский. Идиомоторные приемы. Подбор идиомоторных приемов. Ключевой стресс-тест, ключевое дыхание минутное. Шалтай-болтай, лыжник, подбор приемов путем перебора, по критерию ранее неизвестному, впервые открытому, максимальное соответствие, синхронизации, поиска ресурсных возможностей. Это же все у нас только есть, в мире этого нет. Берите, друзья, и правильно пользуйтесь, а вопросы задавайте продуманно.
Пишите комменты. Развивайте нашу школу. Кто лайки не ставит и комменты не пишет, школу не развивает. Поэтому в райскую группу у нас, которая есть, где я буду сейчас делать набор, я делаю объявление, не приму. Кто не помогает школе развиваться. А вебинар у нас будет в четверг, 20 часов. Смотрите там под роликом. Во-первых, описание. Во-вторых, как записаться на вебинар. Потрясающе! Это я вам точно говорю. До встречи!